Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Купят гараж в ГСК. Недорого. Телефон 8 903 398 19 99. Телерадиокомпания приглашает на работу корреспондентов, редактора информационного вещания и менеджера по продажам с опытом работы. Официальное трудоустройство, соцпакет, своевременная заработная плата. Резюме присылать на электронную почту casting@media56.ru. Требуются полировщик камня и оператор станков с ЧПУ. Заработная плата от 80 тысяч рублей. Телефон 22 00 26. На склад срочно требуются грузчики, кладовщики и заведующий складом, а также в магазин продавцы-консультанты и колеровщик. Обращаться по телефонам 540300 или 8 912 345 71 61. Требуется продавец. Телефон 38 77 77. В гостиницу «Виктория» требуется администратор. Звонить по телефону 220-919. Требуется водитель на автобус на развозку. Телефон 903-701. На постоянную работу в офис требуется уборщица. Обращаться по телефону 230161. В управляющую компанию требуется главный бухгалтер, юрист, водитель с личным автомобилем, дворник, уборщица подъездов, а также разнорабочий. Телефон 43 00 33. В поселок Южный Урал требуется продавец. Звонить по телефону 909-902. Требуется продавец в рыбный павильон. Телефон 23 95 81. Требуются повара, работники кухни, а также грузчики. Телефон 48 00 04. В областную коллегию адвокатов требуется бухгалтер. Оклад 30 тысяч рублей. Обращаться по телефонам 8 903 362 60 25 или 77 93 88. Строительную организацию требуются разнорабочие строители. Телефон 8 922 836 70 02. Требуется слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Телефон 732 605. Требуются лицензированные охранники. Оплата высокая. Телефон 60 14 14. Требуется секретарь в офис и водитель категории «Б» в промышленный район. Телефон 55 55 37. В строительную организацию требуется водитель категории «С», «Е». Телефон 230161. Требуется водитель категории «Е» и машинист автомобильного крана. Работа в городе Оренбурге. Звонить по телефонам 8 922 886 67 76 или 8 903 365 64 97. Организации на постоянной основе требуются строители разнорабочие. Официальное трудоустройство, высокая заработная плата. Телефон 97 23 55. Требуется сборщик окон и разнорабочий. Оплата высокая. Телефон 92 11 26. Требуются охранники. Обращаться по телефону 8 912 840 92 71. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917-770. В ЖКХ требуется дворник и слесарь-сантехник. Телефон 43-80-38. Требуется водитель категории «Д». Обращаться по телефону 8 912 341 70 07. Сервисную компанию по оказанию геофизических услуг требуется токарь. Звонить с 8 до 17 часов по телефону 37 28 90. В
супермаркет «Пятерочка» требуется уборщица. Телефон 8 951 035 83 20. В автосалон требуется уборщица. Обращаться по телефону 43 73 73. Требуется грузчик-сортировщик. Оплата ежедневно. Телефон 96 36 16. Требуются охранники. Обращаться по телефонам 21 66 65 или 21 50 38. Требуются сварщики с указанными на экране квалификациями. Звонить по телефону 8 987 020 46 54. В управляющую компанию требуются дворники, слесари-сантехники, электрики, а также тракторист. Оформление по Трудовому кодексу – достойная заработная плата. Обращаться по телефонам 8 909 611 92 48 или 44 34 90. Требуются охранники в связи с увеличением объектов. Телефон 92 14 09. В строительную организацию требуются водители с категории С. Телефон 8 986 780 24 50. Требуются автомойщики. Можно без опыта работы. Заработная плата от 35 тысяч рублей. Телефон 21 06 18. В ресторан требуются посудница-уборщица и официанты. Обращаться по телефону 970-921. Военная служба по контракту от 230 тысяч рублей в месяц, плюс единовременно 195 тысяч рублей. Право на военную ипотеку, служебное жилье или компенсация аренды квартиры. Бесплатное высшее или среднее специальное образование для иностранцев, ускоренный порядок получения гражданства Российской Федерации. Обращаться по адресу улицы Терешковой, 245/3 или по телефонам 78 40 51 и 78 41 57. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.